История с сотрудником МВД, который в пятницу 14 июля насмерть сбил двоих пешеходов в Ялчиковском районе, получила продолжение. Полицейского уволили со службы. Но теперь уже экс-сотрудника завели уголовное дело. Подозреваемый задержан, суд избрал меру пресечения, заключение под стражу на 2 месяца на время предварительного следствия. Максимальное наказание по этой статье составляет до 7 лет лишения свободы. Как следует также из материалов уголовного дела, факта нахождения подозреваемого в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения не установлено. Также он не находился при исполнении своих должностных обязанностей.